5 градусов. Ну, Санек, чего? Да неприятно мне, что мы тут по чужим огородам ездим. Ну, это не огородик, ну, наверное, не огородик. Да? Прям во дворе заездил. Видишь, что он сюда ездит на тракторе, а мы на Жигулях. Вот, это, наверное, делает нам честь. Но ему, наверное, это все равно не нравится. Зато у него есть трактор, если что. Ему же и платить. Да. А у нас есть самогон. Ну, пока хватает на расплату, но... Минус 100 грамм? Ну, ничего. 100 грамм никому такой не повезет. Можно было бы поплыть поближе. Это вот лодка. Местные на ней плавают. Сейчас мы подплывем поближе. Такое вот озеро. Мы на нем одни. Спасательный круг. И смотри, как по мне стянулись два бревна шпилькой. Главное, Саша, безопасность, слышишь? Шпилькой стянули. Видишь, спереди и сзади. И сверху скобой. Два таких корыта. Лодочка долбленочка. Это ж ёк-макалёк. Народу, представляешь, как вот... Он еще стену где-то. Я с этого начал, да. Просто мне это не видно. Главное, спасательный круг. Спасательный круг даже есть. Да, безопасность превыше всего. Без просто. И слон у них стоит. Ну, видимо, пользуются. Да. То как они его отсюда берут, мне непонятно. Видимо, они все это, не знаю, заходят в сапогах каких-то. В каких сапогах ты сейчас зайдешь? Просто вот, ну, ради прикола, скажем. То есть, видимо, им не привязали вовремя. Она ушла. Местный тут на из деревни. Постоянный дождь. Зарядил дождь. Мы замерзли, промокли. Сходили пообедать. Сейчас будет дубль 2. Дубль 2. Ну тоже, видимо, такая же лодочка стоит, да? Ну да, видимо. Как там? Это, наверное, не кормушка для лосей, это лодка. Вот такое озеро, не знаю, видно, не видно. Но не очень большое. Мы поймали пару щучек маленьких, да, отпустили. И несколько окунечков тоже маленьких, тоже отпустили. Все, мы сейчас от зеленой обезьяны пойдем опять ловить, будем троллить. А к этому лесному озеру мы вчера пробовали проехать с другой стороны. Дорога там не очень хорошая, машину пришлось оставить и примерно 1,5 километра идти пешком. Но до озера мы все равно не дошли, потому что очень топкая тропа. И сегодня решили проехать через деревню, немножко с другой стороны. Дорога здесь проезжабельная, машину оставили около 500 метров до берега. Дальше шли пешком, таща на себе лодку и снасти. Миссия выполнена. Рыбу мы поймали, озеро нашли. Так, мы решили одеть цепи, потому что дальше очень сложная дорога. Я понял, для чего нужна жилеточка. Вот для таких работ. Надел жилеточку, руки чистые, а тело тепло. Потому что сейчас у меня в кофте, я еще рукава утру. Так. А без кофты все-таки прохладнее. Да, мне тоже холодно. Так. Все, садится? Нет, еще. Сейчас обе выставлю. А, чтобы сразу, да? Ну да. Ну да. Здесь удобно. Здесь как раз ездить не надо будет. Цепи заржавели, да? Да. Ага. Мы когда их первый раз одевали, были такие, они прям блестючие. Ну, они... А, ты может когда первый раз? Ну, здесь когда раз. Нет, это был далеко не первый раз, и они блестющими уже не были. Но все равно они не такие были. Они, единственное, когда они были похожи на новые, это вот реально купленные только что. Все остальное
очень смущает. Я их после первой поездки привез, и они все ржавые. Я их помыл, силиконом смазал, говорю. То есть так, это более-менее что-то сделал с ними. Так, ставит машину и просто нажми на сцепление. Даже не сцепление, а... Четвертая цепочка от кольца. И попробуем ее, соответственно, соединив вот с этим, в таком виде натяжение сделать. По-моему, это будет правильно. Я тогда, если это так сработает сейчас еще раз, я так уже делал просто, да, чтобы мне вот эту цифру 4 понять, что это она правильно. Что она и есть, ага. Да, я мог бы тогда остальное обрезать дома болгарочкой. Ну и уже все, да, никогда не, больше. Не подтягивать эти все кусочки больше. Бля, как же вот этот момент бесит. Рукой подержать можешь тебе? Ну, понимаешь, ты подержишь, сейчас сразу все в говне будешь. Вот, вот и все. Идея, да, мне вот просто вот это я держать не могу никак. Давай, ладно. Что теперь уже? Ну, теперь нам никакая грязь, никакие лужи не страшны. Кроме, еще раз повторяю, сесть на пузо, вот, полностью, нам придется только копать. Ну то, знаешь, с пузом у нас есть один плюс. Если мы садимся на пузо, мы садимся на редуктор. То есть копать достаточно локальное количество. Здесь не очень-то и много. Если на вас валит редуктор, можно ехать. Так. Какой... Какая классная дорога впереди у нас. Так, что мы делаем? Не знаю, какой пиздец впереди. Левее, наверное, нет. Там только мы. Так, можно впульнуть прямо по колее. А там, видишь, бревно какое-то торчит нехорошее. Вот, я смотрю, справа накатана такая была когда-то дорога. Либо взять там... вообще влево, блин. Но я боюсь, меня сползет. Мы сползем вот в это, будет слишком уж это... Может, выйти, пойдем посмотрим, что справа, правда? Смотри. Справа тоже он такая, знаешь. Ну, поехали справа. Прошли? Подтвержу стало, прицепи вот это. Так, куда мы едем сейчас? Ну, в принципе, мы нужны на направлении. Сейчас ищем подходы к речке. Тому месту, куда нам надо. Мне кажется, особо снимать нечего. Страшная дорога впереди. Бревно, что ли, положили? Да, 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 да. А нам в колею нельзя, понимаешь? Левее. Ой-ой-ой. Сползу. Ух, нельзя нам. Это, ты мне все загораешь. Все, все, я просто хочу поснимать. Вот это...
прям, прям, да, да, да. И вот это вот место вот не очень хорошее. План чего, что на него можно мостами там. Ну, оно такое видно. Ну, с другой стороны. Оно мягкое, камней там нет. Ой. Аккуратно. Лопаты есть, но мы же не можем пользоваться лопатами до того, как пиздец пришел, блин. Сейчас вот этот, прямую дорогу сделаешь, будешь не, будет неинтересно снимать, слышишь? С другой стороны, мне же не надо так глубоко лезть. Нет. Вот сюда колесо поставить, а второе пойдет. А вот этот, вот этот острый, вот этот, может, берешь вот этот? Оно пойдет где-то вот здесь. Или около него. Ну, совершенно нормально едется. Даже я в целом... Саш, а вот эти вот ветки торчащие убери, куда-нибудь. Ну, они мне никак не мешают. А вдруг они... ты... Вот они короткие ветки. А. Они что есть, что нету. А ну все, да. А мне кажется, правее совсем взять, не поэтому не лучше будет колесом. Вот так вот. А это вот. Тону, а это здесь пропрешься, да. Давай. А? Чуть-чуть. Ой, вон тебе. Вижу. Вот она масенькая. Ой, какая она красивенькая. Так, надо как-то ее... Аккуратненько, да. Да ладно, не трогай руками. Плыви, плыви давай. Плыви. Где ты? Оставь. Не трогай руками, она сама идет. Поднимемся оба? Да. Обратите внимание, порожистые камушки, за ними некое обратное течение и такая область разрежения. Ага. Смотри, задача перекинуть блесну чуть дальше, а потом ее притормозить. Сделать так, чтобы течение вращало блесну, но движение самой блесны было минимально и желательно прошло по траектории вот этого замедления. Там, не в самом течении, а вот на границе течения и не течения, где-то прячется рыба. Оттуда она может атаковать. Вот. Я сейчас примерно сделаю. Вот. Видишь, вот все, течение завело блесну. Первое, просто медленно подкручу, чтобы она не упала. И протаскиваю через эту зону. Вот. Поклевки не было сейчас никакой. Но, ну, потому что до этого там была рыбка. Дальше, ниже по течению, вот там, примерно такое же место. Это все уже определяется дальностью заброса, то есть, да, именно мы блесенку закидываем. Вот, сейчас я туда завел и повел. Даже блесенку, в принципе, глазами видно. На камере, наверное, нет? Нет, на камере не видно. Вот, а глазами видно. Но тут она быстро попадает в течение, ее начинает закусывать, то есть неэффективно. Но вот это и есть те самые перспективные места на подобных речках.
Мы дошли до того места, докуда планировали, и узнали, кто намутит воду. Вот, в нашу речку впадает другая речка, вот, и она несет в себе очень мутную воду. По какой причине, мы так и не поняли. Вот, ну а выше этого места наша речка, она прозрачна, как вы видите на видео. Вот, вся она извилистая, красивая, есть высокие берега. Ну а мы будем собираться, потому что уже в районе 5 часов. Вот, темнеет рано, хотим выйти к машине до темноты. Вот, ну и выехать нам, конечно, тоже надо еще до вечера, потому что дорога там сложная. Вот, хотелось бы пораньше. Не смогли. Мы сели прочно. Сели мы прочно, и, по ходу, дело надолго. Вот, а дело идет к вечеру. Осталось максимум, может быть, час светового времени. Дальше стемнеет. Пошел. Давай дерево. Будем как-то поднимать. Делать рычаг и поднимать машинку. Сидим. Мы решили Саше переночевать в лесу. Ни с того, ни с сего. Да. На небе очень красивые звезды. Наверное, не видно. Жалко. Вот. Сейчас сделаем костер. Вот такой вот. Саши не видно, но он где-то здесь. Так вот тут, блин. Да, он рубит дрова. Просто такая темнотища. Утро следующего дня. Мы все-таки переночевали в машине, сидя вот в этой грязи. Все холодные, грязные, голодные. Хотя хорошо, что у нас остался чай, вот, и кукурузные палочки Кузя. Мы хоть поели. Вот, всю ночь мы жгли костер, отгоняя от себя медведей. Вот, любовались звездным небом. Вот. Утром к нам приехал на помощь Валера. Сашка пошел его встречать, я осталась в машине. Вот. Ну и по рассказам, они где-то встряли метров 300 от Нивы. Вот. Сели прочно, пробовали лебедиться, лебедка у них там что-то не работала. Вот. В общем, они все измученные, вот, довольные. Пришли спасать Ниву. Сейчас будем ее вытаскивать. Ночью была температура минус 3. Вот, довольно-таки холодновато, вот, ну и, в общем, мы натерпелись. Да, на нас чуть не упало дерево, когда мы пробовали пилить, вот, чуть не сломали пилу, вот, и Сашка разбил стекло с телефона. На улице? А им везде, бля! А ты их закидал, говнище, бля, их можно не забирать тебе, бля. Что, сходить за ними? Да бля, у меня нет даже чехло, бля, садись в эту хуйне, бля. Че постелить, бля, им? Куртку мою постели, которая, это, камуфляжная. Где взять? Она где-то на заднем сиденье. Стой! Вон она лежит, прямо эта вот, вот посередине. Я мог даже ботинки одеть. Вот. Ага. Грязь. Ах, бля. Ёбаная. Мешанины, блядь. Поехали!
Гребешь, Саш! Санёк, конечно, погорячился фразе, что если мы сядем на мосты, копать нам придется локально, то есть не очень так и много. Что нужно будет только освободить редуктора, мы сможем ехать. Судя по этому видео, у нас так не получилось. Посмотрите, сколько мы выкопали грунт и в каких условиях нам пришлось это делать. Как оказалось, копать так бессмысленно. Это не помогло сходу с колеи. По результатам этой посадки было принято решение купить хайджек. Будем в следующей поездке его испытывать. Ждите ролик. А засядем мы обязательно. Одной лопатой и матюками машину не вытащишь. По крайней мере, мы так не смогли. Все. Мой тщательно, тщательней жопу мой. Обычный день. Да. Камилев набрать. Черный, да? Камилев забыл. Так. Да. Валера показывает. Здесь у нас спит Валера. Тема бабская такая, да. Включить видео, но кнопочку не нажать. Вот, здесь у него камушки. Лоханулось, все же выключай. Вот такое лежбище. Позорище. Второй раз такого кадра не получится. Позорище. Да, здесь у нас спит Валерий. Да. Ну ладно, ты что собираешься? Свою тут сверхнахлост? А я вот думаю. Или лайт? Че, Валерыч, ну, не знаю, я, конечно, не нахлостовик. А я тоже. Ну, понятно. А тем более не умею еще, как бы у тебя не получился такой, знаешь, а-ля я прошелся по верхушкам деревьев, блядь. Там какая чистая машина. Чего? И ничего не поймал. Колеса поближе. Чисто она потому, что некоторые слишком самоуверенные далеко ездят. Да. Мы ездим туда, где волки срать боятся. Ой, ё-мазай, добралась. Смотри, она трехколенная, а то двухколен. Что бы это значит? Ты как коробки нахуй у тебя, нет? Ты какой-то лайтовый, да, класс? Самый дешманский купленный там. Нет, дешманский нет, класс вообще какой по весу. Ну да. Это же легкий. Легкий класс. Не знаю, Валер, что с этим делать будет. Вот. Я не подскажу тебе даже. Сушатся цепи. Вот чистая машинка. Не знаю. Ладно, давай сегодня это, только лайт пойдем. Пойдем. А у тебя блёсер. Это в бардак. Ты перешел на класс ультралайт? Саша клеит вейдерсы. Сушимся. Готовили борщ. Вот такой вот у нас.
Грибы сейчас будем жарить. Там подосиновики, которые мы нашли вчера. И Саша нашел сегодня два беленьких и две сыроежки. Где-то около лагеря. Да. А где наши прибудут все эти лайтовые-то? О. Сегодня мы пешком дошли до того места, где мы были вчера, то есть до слияния с мутной речкой. Вот, и оттуда уже по речке, ловля рыбу, мы спустились к лагерю. Оказывается, так тоже можно было. Очередная миссия выполнена, еще один отрезок нашей реки обловлен. Вот, за то время, как мы находились в поиске причины мутности нашей речки, вот, уровень воды в реке снизился, и вода стала более-менее прозрачной. Так, ну, денечек сегодня оказался не самым плохим. Мы сегодня даже что-то наловили. Видимо, наши все усилия, поиски и потуги увенчались, можно сказать, успехом. Вот такие вот леопарды нас сегодня ждали на порогах. Ой, красота. Порогах этой лесной речки. С труднопроизносимым названием. Слушай, они какие-то разные, что ли? Ага. Как будто самцы и самки, что ли? Как, кстати, по плавникам определяются самцы и самки? Не знаю. У самцов, не знаю, более острые, а у самок более закругленные. Кто? Плавники. Ой, слушай, а что они так цвет потеряли, интересно? Вот эти два. Хорек один. Хорек один, да. Почему он здесь какой-то, правда, другой? Угу. Не такой, как... Что же Карелия? Нет. Вроде плавнички все те же. Так у нас хорёк один попался. Почему они рот не открывают? Ты хочешь, чтобы не... А, кусается. Да, они с открытым ртом выглядят так по-хищнически. Вот, смотри, как они... Слушай, чуть потеплело, и все, и комарики. Потеплело, в смысле, плюс 7. Да. И нас заели комары уже. Утром лед лежал тут везде, на стеклах автомобиль. А сейчас... Да, жара. Так. Ну, как-то вот запечатли все это дело. Так, давай начало. Ай, видеосъемка. Ой, как красиво смотрится. Ты это, еще на экранчик тут нажми. Вот. Красивые штуки. Так. Смотри, 275 грамм. Ты что, взял съемку? Да. Ну, это самое тяжелое. Вот, я думаю, даже остальных можно... А так, общий вес 2 килограмма 25 грамм. Ты как взвешивал? В этом, в сетке. С двумя сетками мог? Да. Угу. Я прям сейчас принципиально перевзвешиваю, блин. Да, надо в сетку. 225, да? Да, наверное. Чего, наверное? Это надо обнулить, надо нажать на это. Это старый, 2,75 показывает. 275 показывает. Нажимай опять. Почему обнулить? Вот. Он запоминает вес. Что за весы так? Ставишь, какие китайские? Так, 275, 240. 240. Это что у нас получается? Полкило. Полкило, 15 грамм. Это а, не, бля, ёк-макалёк, да что же за дурацкие весы такие? Нормальные весы. А что у них нормально? Вот все весы снял вес, они ничего не показывают. Это продвинутые. Да уж. 240-220. Фух. 460 плюс 275. Давай сначала так запомним. Ты не можешь записывать, нет? Mm-mm.
170. Смотри, какая сразу разница, да? 460 плюс 100. 500. Так, пиздец, ты сейчас сбиваешь всех. Просто кошмар. Просто это невозможная херня. 460, да. 275 и 170. Вот 275 и 170. 340. 540. 540, а там 460. Килограмм ровно. Килограмм ровно. И остается вот один форель. Что ж за херня? 30 грамм. Отличные весы просто. Туда же тяжелее. 180 грамм. Угу. Ну, в общем, получается, 1,2 кг по форели. Это, наверное, позорный какие-нибудь грамм 100. Да? А, ёлк-макалёк. Мы же не можем нормально-то вешаться. 95. Даже до 100 позорных не дошли. Вот. Ну что, 100 кг, да? Угу. Это наш сегодняшний ужин. Нет, вот. Даже килограмм и 100. Сколько грамм было последнее? 95. А, 180, 190. Ну, 200 у нас. Да. Вот вейдерсы сушим вот так грамм. А ты за сколько? 2,200, да, сказала? 2 килограмма 0,25, да. Понятно, да. 800 грамм обман. Вот так вот покупатели дурят у нас. А звучало лучше мой вес, чем ну, его. Конечно, понятно. Поэтому, да. Если вы смотрите эти видео, голосуйте за правильный вес. Да. Да. У рыбака должно всегда быть. Да. Лайк за это я сказал. Лайкните, да. Дизлайк это вот если за нее. Утро. Блинчики. В лесу, блинчики. Ах, жарятся. Видите, пожарились. А что у нас к блинчикам-то? Как бы это все, чтобы видно-то было. Вот. О, сейчас и сгущеночка еще у нас. Игра, вот. Сгущенка, вот блин. Оператор машины удаления. Будем пробовать поесть. Ох, какой красивый получился. Солнышко, видишь, как? Да. На весь блин не получится. На весь блин. Тебе лицо не треснет вообще, нет? Весь блин. Зачем ты размазываешь, ты ешь? Да. Все, хватит. Какой, блин. Стараюсь. Только ты хочешь, чтобы я съела? Как ты поймешь, что ты ешь, если ты таким тонким слоем намазал? Положил с краю и поел. Все, и ладно, ешь давай уже. Смотри, как там икорка. Я отхожу, ты ко мне подходишь. Надо было чуть тоньше размазать. Во. Тогда что бы случилось? Вкусно. Если бы тоньше размазать. На весь блин бы хватило. В чем прикол-то? Вот это вот буржуйская морда. С утра. Наша жрет где-то в лесу. Блины, понимаешь, с икрой. Стоит в лесу и жрет блины. Красный. А что же, кстати, без черный-то? Вкусная. Сказочно. Тебе сделать? Я боюсь. Нет, это такие вещи не ем. Это все мне? Да, конечно. На продажу. Очередная наша экспедиция в поисках речки. Да ты что? А той, которую я принесла, тоже, да, плохая? Вообще какой? Не знаю. Не знаю, какая, не знаю. Ну...
Вот, конечно, заебись было бы сделать, как мы пилили там доски. Пилить кругляшочек сейчас. От деревяшки какой-нибудь. Ну там есть толстые эти, как его, ну, доски. Но мне их не поднять. Видишь, какая проблемка чудная получается. Я не могу подомкать машину нормально. Вот, мне не хватает. Вот из-за того высокого хода машины я ее поднимаю. Понятно, колесо не свисает. На месте. Не свисает, ага. Мы решили поддомкратить, попробовать снять колесо и одеть цепи, если получится. Но мы, не на чем не сидим, да, то есть не это. Не, мы просто буксуем. Ага. Не, мы на мосту на заднем сидим, вот, но это мягкая жижа, она не такая, как там. Так, ну что думаешь, как копать? Тема? Ну, тема, да, ну, вообще никак, да? В этот раз мы тоже не обошлись без сторонней помощи. Нас вытаскивали из грязи лесоохрана. Большое спасибо ребятам. А где есть она? Вот. Ну, я приблизил, вроде видно. Я попробую к тебе подойти. Мы ловим больших. Угу. Да, сейчас снимаем, Сейчас? Все снимаем. Наконец-то съедобный экземплярчик. Ну, почти съедобный, да. У нас это самое большое, что я поймала на сегодняшний день. Клево. А вот и долгожданный сюрприз. Видимо, кто-то уже вытащил, но тем не менее на веточках висит. Ну, кроме как пидорасами, таких людей назвать очень сложными. Прийти в такие места и выставлять здесь сети. Единственное, непонятно, кого вы тут ловите, там, блядь, с ячейков 40. Надо будет сейчас сжечь все это дело. Боремся как можем. Сжигаем браконьерские сети. Суки, суки драные. Ну, по крайней мере, этими они уже воспользоваться не смогут. И не надо мне доводов про то, что людям есть нечего. Вот. Это не та ситуация. Не щуку они здесь ловят. Вот. Ладно. Вот еще целый комплекс чего-то такого. Видимо, это верши, наверное, какие-то. Вот, явно очень старые. Висят на проволочке, которая вросла уже своим составом
этот, ну, прям в кору. Я даже не пойму, пользуется этим кто-нибудь сейчас или нет. О, но висят они явно давно. Явно давно. И что с этим делать, непонятно. Вот я ее разобрал. Настюха. Вот вход отсюда. И рыба там запутывается. И, соответственно, есть вторая часть. Как ворот футбольный, короче, ставится. Перегораживает рыбе движняк. И она начинает щемиться вправо-влево, заходя в такие ловушки. Знаешь, такая большая, блин. Вентиля. Вот да, как вот она хорошо горит. Ставят вентиля. В них аквалангист целиком помещается. Ну, в это тоже поместился, мне кажется. Да нет, ты бы его увидел. Как можно вот такое вот плыть и не увидеть? Очередная миссия выполнена. Вот, до речки мы все-таки доехали, хоть и с приключениями. Наловили куча рыбы. Сейчас поедем домой жарить ее и кушать. Ура, ура, ура. Ну вот, и завершающий вечерочек нашей поездки. День выдался неплохой. Мы даже, я бы сказал, сегодня обеспечены вкусненькой едой местной поимки. Сейчас еще не хватает, непонятно, чего мы тут едим. Но не важно, рыбка. Вот, лагерь мы оставляем. Завтра, наверное, сниму еще кусочек. Но вот сейчас даже видно, какой он у нас подготовленный. Дровишки, костер, светик там горит. Ах, класс! А вот наше очередное приключение. По дороге домой. Мы выехали на трассу, и у нас что-то заскрежетало где-то в районе задних колес. Предположили, что полетели подшипники в результате нашего сидения в грязи. Связи тут нет, проконсультироваться нет возможности. Попробуем доехать тихим сапом до какого-нибудь населенного пункта и сдастся в автосервис. Забегая вперед, мы купили и поменяли правый подшипник, левый просто перебрали. А далее за это кучу денег и провели в автосервисе около 4 часов. Выехав из автосервиса, проехав где-то с километра, мы услышали опять же знакомый нам звук, только намного сильнее и страшнее. Мы все в шоке. Сколько можно? Пришлось развернуться, благо недалеко отъехали. Напоминаю, что это было воскресенье и уже вечер, 17 часов. Таких населенных пунктов никто не работает. Вот, но ребята нам пошли навстречу, вот, и помогли. Вот, пришлось перебрать редуктор. Обнаружилась причина зловещего звука. Отвалилась корончатая гайка в редукторе. Всего делов-то. Подшипники были здесь ни при чем. Вот, но провели мы в автосервисе еще 4 часа. Отдали за наше спасение куча денег. В общем сложности получилось за 11 тысяч. Вот. И где-то в 9 часу мы отправились уже в сторону дома. Вот оно как бывает.